как на самоблоке, которая впереди у меня установлен. Машина едет. Вторая повышена. Газ пол, сейчас она наберет. Вот, все, включился. Видите, она прямо идет. Третья. Газ пол. Машина идет прямо. Набирает очень хорошо. Ну, вот такие дела, ребята. Ну, прикольно ездить. Хоть и на переднем приводе, но едет интересно. Время 2 часа ночи. Специально для вас ездил, снимал видос, как ребята катаются по дрифту. Специальные машины, подготовленные, с заварками. Все, как вы любите. Оставайся, смотри дальше. Катаешься. Ну, вообще, как бы практика, смотрю, хорошая у вас. Третий год. Первый год я почти на стандартный шагулят. В прошлом году уже поставил рычаги. Засунул заварку. Здесь тоже заварка стоит? Да. А если блоки, самоблоки? Или это фигня все? Нет, почему? У меня на Ниве впереди стоит дифференциал повышенного трения, ВТ-шный. Это который червячный или дисковый? Нет, ну да, это червячный, который идет. Я пробовал на червячный. Но осенью, это летом, дождливую погоду, не знаю, или он так предусмотрен. Против грязи он нормально. Да, 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 да. Выходишь на асфальт, он разблокируется. Да, потому что сопротивления нету колес. Ну да. Я засунул обратно заварку. Главное потом, конечно, поставить систему блокировки. А ты мне скажи, вот заварка летом тоже катаешься? Да. И ничего, покрышки не стираются? Стираются. И неудобства на парковках. Это где-нибудь там. Ага. Ну я смотрю, вот ты спокойно катаешься прям. Вообще классно. Я сейчас вот за счет того, что рычаги, да, поворачивают вот так вот они все. Ну я понял, 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 да. Смотри, стоит аккуратно. Жигули же обделили на заводе. Вот и приходится, кто самопал делает, ну, на стандартных рычагах дорабатывают. Кто-то, там вариации ценников вообще масса. Ага. Можно от самых простых за 3000 до полного комплекта за 15. Такой выворот, я не знаю, колеса, наверное, 90 градусов поворачиваются. Ну вот, покажу специальный ручник у человека. Это у тебя и наперед-назад? Зачем? Трубки. Нет, он идет в обход резную систему назад. А, вон, что у тебя? У меня, если я тормоз нажимаю здесь, то у меня мертво стоит. Ага, понял, понял. И там, и здесь, короче, работаю. Ну, я так понял, автомобиль специально вот для дрифта, наверное, построил, да? Классно, классно. А резина шипованная стоит какая, да? Или там уже ничего нет? Вот спереди еще есть шипы, но как тормозить еще надо. Сзади уже шипов нет, а так как я уже накрыл. А вот если новую шипованную резину поставить, как долго она продержится в таком темпе, интересно? Здесь моментом уйдет. Моментом уходит, шипы вылетают? Здесь, да, потому что местами асфальт попадает. Я думаю, даже, наверное, любой производитель, любую резину, я думаю, она не предусмотрена для таких оборотов, да? Нет, зачем? Здесь потому как вода
легче на чем? На переднем приводе или на заднем приводе вот так ездить? Или так дело привычки, опять же, кто на чем привыкает? Нет, передний привод для этого не приспособлен. Ну, я понял, да. Попробуй все равно как бы свои силы посмотреть. Дело-то хорошее, приехать, попробовать. Да. Красиво, красиво, красиво. Лешков? Лешков. Был по свадьбе. Да. Тоже Лешков, тише. Ну, ребята все равно молодцы, говорю. Приезжает, учится. Почувствует, самое главное, свою машину. В каких-то критических моментах иногда это спасает. Вот это самое главное. Я в прошлом году, когда работал, у меня командировка была в Пятигорске. Ну, и помимо того, что я на рабочий уехал туда, когда мы там застряли на месяц, я забирал с собой машину туда. Я возвращался сюда на электричке, забирал машину туда, потому что был ноябрь, и я так ждал снега этого. В итоге я только там, в Пятигорске, его и дождался. То, что вот по трассе снегопад метель шел. Не может. Вот малейший занос, ей плохо становится. Я вот себе еду, что-нибудь даже, знаешь, там ручничок немножко. Убей руку с ручника. Это не надо, это боится. Ну, у каждого человека свой страх. Она вот на автомате встала, поехала до работы, ребенка забрала. Вот. Мне тоже этого хочется всегда. Попробовать, интересно. Это можно сказать, надо почувствовать. Да. Поначалу, да, страшно. Я даже вот когда только этот автомобиль купился у меня, я его купил просто, чтобы просто восстановить его. Давай еще кружок, да, я выйду. До заводского состояния. Ну что-то как-то вот пару раз меня занесло. Ага. Снег, решил попробовать. А потом увидел, как пацаны катаются. Ну да. Вообще классно, мне нравится. Смотри, смотри, аккуратней, аккуратней. Это вот топ-код вся вот наша компания, кто уже постарше. На старинных-то, собственно, нету, там от 25 лет, наверное. Ага. Кто уже с мозгами, так сказать. Здесь без головы нельзя ездить. Да вообще никак нельзя. Ладно, спасибо. Как тебя зовут? Саша. Саша, Виталий. Я тебе вот визитку свою оставлю. Ага. Так, для интереса связывайся, мало ли что там. Ну, спасибо. Ну вот, ребят, покатались с вами на специализированном автомобиле. Вот из всех ребят, которые здесь катались, мне вот больше всего Александр понравился, конечно, по дрифту, как он ездит. Молодец, молодец, Александр. Практика есть, все есть. Все, мы сегодня у вас домой. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, ребята, пока. Yeah.